Летняя пора набирает обороты. Обилие осадков и теплая погода как нельзя лучше способствует росту растений. Но, к сожалению, не только культурных, а еще и сорняков, в том числе и весьма опасных. В Твери продолжается борьба с борщевиком Сосновского. Работа по предотвращению распространения этого растения проводится силами специалистов муниципальных предприятий «Зеленстрой» и «Дороги Твери». В этом году планируется уничтожить борщевик на площади 65 гектаров. Сейчас обработано около 37 гектаров. Работы ведутся комбинированным методом, механическим и химическим, с применением гербицидов. Проводятся работы на Московском шоссе, в поселках Сахарова, Литвинки, в районе Восточного моста, в деревнях Никифоровская, Старая Константиновка, в микрорайоне Южный, на улицах Можайского и Левитана. Сейчас мы находимся в деревне Никифорская, где площадь обработки составляет больше 1 гектара. Существует два метода борьбы. Первый метод – давим борщевик, то есть срезаем под корень. Где невозможно работать техникой, работаем вручную. После этого обрабатываем специальными препаратами, гербицидами, которые сжигают растения и не дают им развиваться. Как пример из успешной борьбы с борщевиком – это набережная реки Лазури, где в настоящий момент встречаются только единичные растения. Кроме того, сотрудниками МБУ «Дороги Твери» осуществляются работы по покосу и вывозу скошенной травы вдоль дорог, а также с территории парков, скверов и других общественных пространств.